Тарик. Ты у меня ходишь на месте, чувак. Круто. Обновили игру. Опять. А почему у нас... А что мы делали раньше? Я уже не помню даже. Ой, ты спросил. Мы настолько забросили игру, что... Жака, блин. О, у нас же тут каменщик, Бубелла, подляж, какой-то Гай и Лоу, чё, блин? Блин, не могу найти. А, чё мы хотели делать? А вот, открыть Стой. Рюкзак, во. У меня есть острый золотой меч, это офигенно. Есть острый флип. А у вас есть несохраненные изменения, сбросить их или выйти из меню? Нет. Верстак для приручения. Сохранить-то как, алло? Чё сохранить? А, применить. Всё. О! Давай я... теперь это инвентарь, найс. Давай кого-нибудь приручим. Так. Во-первых, карта. Давай приручим. Я помню, у нас там плот был. Помнишь? Ну, в смысле плот, корабль сломанный. Да. Корабль сломанный, о. Короче, что-то смотри. Там для него надо, мы это делали. Не-не-не, смотри, я сейчас посмотрел. Надо сделать нам как-то загон. Потом с помощью трубки на транквилизаторе что-то сделать. В загон его, и тогда он станет нашим. Норм. А как это сделать? Сложно. Че бы был? А, он охотится. А, он реально? Охотишься. Хотя погоди. Ну, с мечом, по крайней мере. Давай сделаем... А, это транквилизатор для кроликов только. А этот что делает? Это каменщик, в общем. Каменщик. Это камень. Ну, защищают. А, ну они защищают. А, ну да, у нас же тут набег был. А, да, точно. Короче, чувак. Чувак. Чё у меня есть идея? Знаешь, какая у меня есть идея? Не делать загон, я потому что не знаю, как его делать. Давай. Вроде мы... Сколько у тебя денег? У меня 4000. Просто помнишь, мы замок находили? Мы можем туда ключ купить и это свалить туда. Но мы не все острова, кстати, изучили вроде как. Или все, не знаю. Сложно. Погнали к торговцу, а? Давай к торговцу. Сам внизу где-то. Ну, а, у меня тоже, у меня 7 этих кибалов. А я не помню, где мы плот оставили. Он раньше тут был. А я тоже. А где он? Где он? А куда мы его... А куда, где он? Погоди, я, кажется, вспомнил, где за мной. Остров. А, да, прикинь, я угадал, обалдеть. Фига, ты помнишь что-то. Да, я что-то помню. Это хайповый. Let's go! Какой let's go? Пусти меня. Let's go! Пусти меня. Давай, садись. Да, я сейчас сяду вот так вот. Давай, блин, остановись. Let's go, у меня есть труба, так что давай ты рули. Куда рулить? Давай к торговцу. Ты думаешь, я знаю? Ага, дили, короче, куда-то. Он летает, зашибись. В смысле летает? Ну, посмотри на карту. Но зато у него точно появятся новые эти. Короче, преследуем его. Да. Бил. Я покупаю ключ, чувак, за 5000. Вы нашли ключ. Опасность лабиринта камня. Это расположение отмечено на карте. Собирай обезьян, который готовьте. А, ну вот он. О, чё, погнали? А, подожди. А где он? А где? Вот он! Сам внизу слева. Буревал мокрого рассвета. Чё, это погнали он, сейчас? Да? Подожди. Только надо подготовиться. Рубины нужно добыть. Давай, короче, сейчас домой поедем. И что-нибудь, знаешь, типа хилки или что типа такого приготовим. Сколько там еще надо плыть-то? Как долго, слушай. Нам надо сделать побыстрее лодку. Давай. О, нифига. Норм. Все, давай, погнали. Идем сюда. Идем сюда. Сейчас я поем. Взять камни. Поем. О, ёпта! Помоги! Кобздец, мне кобздец. Кобздец. Сбил. Вот и ну, все. Я потерял половину здоровья. Пожру ягоды. Покушай. Ты
прям слышно, наверное, как я. Вау. Ну чё, let's go. Погнали. Как я давно в таких подземельях. Это о, господи. Они дерутся тут между собой, ок. Да-да-да. Нам в кайф. Хорошо. А, ты тварь. Не. Так, забирай все. Комната пройдена. О, кайф. Дальше. Понятно, нам надо назад. Ну все, это весь данж. Да, это весь данж. Прикинь. А, нет, что-то вижу слева. О, погнали. Налево. Не понял. Погнали. Так аккуратно, яма. Ничего нету, не понял. Что это такое за данж, дорогой? Нифига себе. Что-то есть, наверное. Найс, бля. 5000 на что-то потратили. Ягоды и земля. И грязь. Уху. Последняя комната. Да, это лучшее было, то, что можно было найти. 5000 потратил на эту хрень. О, враги. О, наконец-то с чем-то. А, комната пройдет. Ну и все, хватит. Хватит с нас экшена. Там еще что-то есть, подожди. Ай, Казбек. Где вот? Ой, подожди, а что это? Стой, вот это что? Семена сахарного тростника. Мы можем... Нормально. Кайф, собирай. Потому что у меня как раз огород есть, но нету золота, Казбек. Найс, готово. А, типа... Не понял. Там механизм я вижу, что это за механизм? Так. Стой, давай все поможем. Да, нам нужны деньги. О, погоди, искать, факел. Нет, фигня. А, у меня есть топор. Есть кирка. Крупный камень, что это за механизм? Что это? Ой, иди сюда. Пробел, искать. Портреты любимые, железные гвозди. О! Норм. Имба, блин. Нифига, там продолжение есть. А как открыть, сейчас, типа? Зачем? О! Надо одновременно ударить. На счет три. Раз, два. Чё? Надо одновременно по деталям ударить. Ага, понял. Раз, два, три. Нет? Чё-то не так сделаю. О! Погоди, ударь еще раз. А, не, надо было долго бить. Долго бей. Долго бей и быстро потом туда заходи. Быстро заходи только, потому что они закрываются. Все. О, у меня сундук. Непон. Нажми. Я нажал. Так надо вместе стоять на них. Ну там активировалось. Уже видишь? Ломай сундук. Не ломается? А, ломается. О, каменная плита. Вот это повезло. О, легкая кирка. Так, лопата фигня. Да, ёптить, подбираю все равно лопату. Кирку. Подожди, у меня тут переполнен инвентарь, блин. Ну, погнали вон туда. Там вроде тоже есть что-то. Так там вон что-то есть. Там? Бля. А, там непонятно. А, не, нам надо сюда. Мы эти запчасти прошли и тут. Ну. Как эти открыть-то? Попробуй. Что-то нам... Надо что-то покрутить. Стой. Че, эти плиты, что ли, для этого нужны? Попробуй. Че, плиты нужны эти? Вот это, да. Не плиты. А, возможно, те детали, которые там. Давай попробуй нажать. Попробуй. Не, плиты, кажись. Давай попробуем плиты. Тупы для этого. Согласен. Сколько мы тут просидели? Минут 5? Кубанчики. Ай. Ай, блин. Весь урон, блин, в меня влетел. Оу, повезло. Короче, открывай. А. Можно руками. Открывай. Что? Я не могу. А, умоешь. А, я могу.
Вау, металлическая плитка. Вот это да. На, размотали черика. Сделай. Так. Так, я налево хочу, иди сюда. О, помоги мне, помоги мне, помоги мне, помоги мне. Да чё ты? На. Лук, ой, хлипкие стрелы. Ну-ка, стрелы мне пригодятся. Что выбросить? Вот это не надо. Лук. А, так тут, тут тупик. Идем назад. Идем сюда. О! Что? Вот тут красное почему-то. Почему у тебя красное? А что это интересно делает? Просто вот это открывает дверь. Ты открывала? О, еще одна такая же. Что она делает? Вон еще. Встань. Не, вот это будет. Встань, встань. Ничего. А, она. Она открывает вот эту дверь обратно. Да. И такие полезные вещи. Да. Блин, мы опять тупые. Погоди, давай я попробую встать на эту плитку, и ты встань на ту. На человечка. Да. Ты встал? Да. Я тоже. Я понял, помнишь эмоцию? У нас есть эмоция. Тут на руки надо эмоцию использовать. Во, я нашел! Стойка на руках. Нажми на М русскую, и там стойка на руках есть. А-а-а. Как это работает? М русская. Стойка на руках. Капец! Хелсбрек. Вот это проработанное. Как ты догадался вообще? Я вспомнил, что я там обезьяну учил танцевать. А, я сдох. Не понял! Хилится как бы, да. Что за говно? Хилится. Ну, ты на этом же острове заспаунишься. Подожди меня, подожди меня. О, аллилуйя. Ням-ням-ням-ням-ням. Нифига всосал. Тут мы обыскали, налево идем. Ой. А, тут опять эмоции. Как бздец, опять эмоции. Так, чё за данж? Как? А, мне надо другую. А, на мартышку использовать, понял? А. Походу. Ёпра, а, или нет? Или нет? Тут надо одновременно, кажись, нажимать. А, надо быстро. Оно горит какое-то время, короче, надо быстро. Давай, да ты задние две. Да ёптить. Я мартышку пытаюсь научить. Чтоб она хотя бы одно сделала вместо нас. Ага. Во, одно сделано. Давай я буду вот эту еще. Не, как это не... А, ну ладно, давай. А потом... Нет, тебе ты... тогда придется вот это и да, вот да, это. Да, я понял. Давай, давай, давай. На счет три. Да я вот это вот только делаю. Раз, два, три. Ое! Погоди, подожди, у нас проблема, у нас тут человек. Мартышку, да. Учится драться. Погоди, да я мартышку научу драться. Мартышка, ты научилась драться? Она поглупела, ёпарасоте. В смысле? Ну она пытается банан взять. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я ее сломал. Да вот так вот просто делаешь, да и все. Ладно, пофиг, пусть идет. А, боже. У нее меч-то есть хоть бы? Да, да. Фига. Рыба, норм. О, помоги, помоги, помоги мне, аля. Да что такое? А, это давай. Давай, помоги мне. Как выбросить? Зараза крепкий. О, еда! Норм. Норм. Это фиг знает. Сосал. Там тупик. А там не тупик? Тут не тупик. А, прикол. Я думал, тут тупик. Ага. Опять о, загадки. О, господи, опять какие-то лабиринты. Опять загадки. Так. Ну это что-то очевидно открывает. Вот это? А, ты открыл вон там. А, вот право низ, короче. Подожди, пока будь на месте, вдруг это на время. Да это на время 100%. Зашел? Да. Нажимай. А, это вот как раз вот эта комната.
Иди ко мне. Иду к тебе. А, не, я к тебе открыл комнату, иди туда. Это, видимо, к сундуку уже. Нет, это к твоя. Вот эту нажми, где я сейчас. Похоже. Вот. Найс. Найс. Слушай, ну это интереснее дальше. Да. Чё там? Не знаю, я его сломать не могу. Ломать. Я не могу. Все открыл. Давай, иди, помогай мне. А, ты все открыл. Давай. Помогай мне. Давай. Казбек. Вау, ну золото. Я уже рад. Погоди, я золото не понабрал. Погнали. О, само открылось, обалдеть. Ура, не надо думать. Да-да-да. О, боже, какой большой этаж, я в шоке. Опять механизмы, Казбек. Так, я тоже на нее встаю. Сундуки. Опа. Без меня там ломает. В смысле без меня? Я вообще-то запчасти бил. А вот это. Что-то открыл еще одну дверь. Иди, стой, да тут сундук, стой! А, сундук. Давай, пошли. Казбек. Нормально. Ударили по сундуку, сломался какой-то камень вообще справа снизу. Найс, блин. Бронебойные сундуки. А, о, топор! Стой, 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 я хочу топор себе. Меня, ладно, меня просто. Меня, ну просто меня бесит киркой ломать сундуки. Вот на стрелы, а я заберу топор. Я тебе стрелы выкинул, если надо. Я тоже забрал топор. Топор мне не надо. Они же тут это дипаются. Ой, ёпсить. Ой, ёпсить. Ладно, я потратил всю еду. Где-то. Труп какой-то. А где набор саке. Где ты? А еще один сундук. Еще одна такая же комната, ее просто. Нужно открыть. Так, давай. Вот, я что-то открыл. О. Че? Наверное. Ну, у меня что-то открылось. А, блин! Ай, блин! Да, у меня точно что-то открылось. Гоблины. Так, давай, ты вали последнего, я хочу сундук открыть. А я не вижу даже, я даже не дошел до тебя. Какой? Меня убивают! Не понимаю, где ты. Ай, блин. Пришел, когда я всех убил. Норм. Вовремя, как всегда. Ну а чё? Так, мясо. Так. Давай приготовлю кебабы, пока есть мяса много. Давай, я тоже могу приготовить. Блин! Не на то нажал. Вот здесь вот приготовлю, на втором. Да ёпти, теперь не на то нажал. Как создавать, я уже забыл. А, левый. Я на F нажимал все время. Давай быстрее. Все, найс. Все, у меня закончилось. У меня 15 кебабов. У тебя сколько? 11. Норм. О, что это? Оружие. И макака, макака, макака. Святое оружие. О мой бог, а это что такое? Обалдеть. Тубина это земли. Какой-то серьезный челик, который явно мощный. Пиздец! Это босс, это босс. В джим, да. Тут три сундука, чувак. Какие три сундука? Бей его. Уф! Отборное мясо. Это что? Мяфу побираю. А вы нашли карту, она, по-моему, вас спастись с островов. Такие важные предметы отмечаются на странице профиля всего журнала. Реально? Перенестись ко входу в лабиринт. Нет, не надо. А, перенестись ко входу, нет. Нет. Я дубину собрал какую-то. Освобождай там. Пикси. Я пока... Да выйти не хочу, я выходить. Ага. Короче, я получил побежим. Какую-то дубину. Да я не могу просто... Да... Капец. Господи, вот лучше вы исправили вот это в обновлении. О, я смог золотым мечом. О, мечом смогу.
Опа, золото. А что это такое? Блин. Открыть новый рецепт изготовления. Опа, острый меч, нормально. Острая легкая кирка. Я у тебя стыбзи. А у меня выпал острый меч. Вот это кирка. Слушай, неплохие, мне нравится вещь. Вещи тут неплохие. Идем. Так, все, ко входу погнали. Погоди, погоди, мы тут вроде еще не все обыскали. Убивают, говно! Кобздец. Там держись, давай. Я в тебя верю. Так, что нам? У нас где-то еще две комнаты не зачищены. Идем. Поломанный. А, мне тоже. Че так долго? Давай нам немного проверим. Мы обезьяну забыли! Мы обезьян забыли, кобздец. Давай уже сплаваем, потом за ними сплаваем. А, в смысле, где мы забыли? Они же вроде... На карте посмотри, они на острове. А у меня они не показывают. Почему? Они, короче, на острове, две обезьяны остались. Ёпасоты. Прикол. О, все, вот тут где-то. О, найс. Чё надо сделать? Это что то самое. Не, это другое уже. Я пометил его в другом месте. 40 досок, 30 этих, ёпасоты. Ладно, давай плыви за макаками. Домой плыви. Плыву я. Нам мешает все сегодня поплавать. Там еще и акула, ё-моё, мы сейчас плывем прям на акулу. Да ёпарас, это еще и красная луна. Стреляй в нее, короче, стреляй. Стреляю. На. У тебя так урона не будет, если чё. Ой, Казбек. Тебе надо сильно ее бить. Иди сюда. Ой. Пока. Что? Чего? Ты можешь гулять по плоду, по морю просто так? Да, я пошел. Иди сюда. А, ладно, я пошел, давай, ты что-то долгий. Понимаю, блин. Быстрее, что ты такой долгий? Это что такое? Обновили игру, круто. Ну найс. Быстрее. Теперь ты, не знаю, Иисус. Ты светится. Это нажал. Такой. Давай удачи. Ай, Казбек. Подляж еще тут. Казбек, готовьтесь. О, фух, дом. Да. Фух, ржака. Че мы их этих всех переедем? Слушай, нам нафиг нам плод. Да, реально, если можно путешествовать иным образом. Вот именно. Ты типа вот так на краю стоял, ударил, ну-ка. Вот тут плод у нас стоит ненужный. Ну-ка, поведи его. Сейчас. Мне интересно. Ой, извини. А, понимаю. А. Я случайно. Ну снова. Ой, извини. Давай. Ну, круто. Разработчики. Вы крутые. Как говорится, поработали над игрой. Добавили Иисуса. Можно превратиться в Иисуса. Крутая функция, мне нравится. Найс. Я ржу. Ну все, теперь мы будем путешествовать по-иному. Быстрее намного. Капец. Короче, мы любим находить баги. Найс, блин. Фу, ржака. Разработчики. Это обычный ля острый золотой. А, не, это это острить, ёптить, я дебил. А чтоб починить? А, не, я не дебил. Острить. Я хочу починить золотой меч. А где ты? А, вот он. Да, он там. За вами уже. Во, идут. О, ёптить. А у меня меч чинится. Извините, не мочь. Видел? Они сейчас разрушат нам тут все. Точняк, они ж рушить могут, ёпрост. Я об этом говорю. А кто у нас без меча дерется? АЗ.
А где еще? Во. Изабелла. А, не, она носит. Во, 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 во. На. Let's go, наконец-то все закончилось. А, норм, обезьяна сама справилась. Хорош. Ну, как бы, Антон тут вообще ничего не делал, да, согласен. А ты что-то делал? Я двоих убил. А, да? А я не видел. Вообще, капец, ничего не делает. Так, а как чинить? На чем чинить? Вот на этом. Вот на этом. Этом? Тебе нужна... сейчас. Два дам. Есть. А вот... Базальт. Третий? Базальт тебе нужно. Есть базальт. Ну вот, еще один базальт положи сюда и сделай эту хрень. Ага. Кокосы. Блин. Ой, ёптите, я случайно сундук взял.